12 октября в Бразилии отмечают День ребенка. И для маленьких бразильцев подготовили много сюрпризов. Не забыли про пациентов в этой детской больнице в Сан-Паулу. В окна стучатся супергерои. Дочь была счастлива и встала, чтобы посмотреть. Это было здорово. Когда дети болеют, они немного подавлены, тихие, а это их развеселило. Супергерои совмещают приятное с полезным. Развлекая детей, Человек-молния и Бэтмен попутно моют окна. Говорят, такая работа в радость. Приходя домой, я обнимаю дочь и чувствую себя сильнее, свободнее и спокойнее, более умиротворенно. И я чувствую, что могу поделиться этим спокойствием и с этими детьми. В этой больнице нечем заняться, а такие штуки делают наш день счастливее. Вряд ли этим героям придется сражаться с настоящими преступниками, но вот в борьбе с детской скукой они, похоже, вышли полноценными победителями.